позаботиться о комфорте заранее. Природное твердое топливо пользуется спросом у домовладельцев города. Цены на уровне прошлого года. Куб древесины обойдется в 9 рублей 23 копейки, тонна торф-брикета чуть больше 29. Горрайтопсбыт обслуживает Бобруйск, Осипович, Глуск, Кировск, Кличев и районы. В текущем году были заключены договора с Кличевским лесхозом, Осиповичским, конечно же, Бобруйским и Глуским на поставку дров в адрес нашего филиала. За 2024 уже реализовано свыше 1200 тонн торф-брикета и более 4000 кубометров дров. В числе услуг и распил бревен. Причем разделывают их по запросу от 25 до 50 сантиметров. У нас и дрова, и печное отопление, и такое котел стоит. У меня этим занимается муж, так что я как бы не сильно осведомлена. Он заказывает, привозит. Дрова заказывают, печки имеется, небольшая группа. Чисто в межсезонье протапливаю. Зимой мы отапливаемся газом, печкой. Также дрова заказываем на зиму. Для приобретения топлива по фиксированным розничным ценам необходима справка о составе семьи и занимаемой жилплощади, паспорт с регистрацией в домовладении, топливная книжка. Выписка производится в будние дни с 8 до 17, каждую третью среду месяца до 19. К слову, филиал в поисках квалифицированных сотрудников. Поданы заявки в центр занятости, нам нужны водители, трактористы, пожалуйста, приходите, обращайтесь, будем брать, если у вас есть соответствующее образование. Тем временем паспорта готовности к отопительному сезону получили 40% потребителей тепловой энергии. Регистрация проходит во всех регионах страны согласно срокам, установленным местными исполнительными и распорядительными органами. Особое внимание техническому обслуживанию, ремонту и замене теплоустановок, трубопроводов, теплосетей, внутренних систем теплопотребления. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.